50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies. Когда я еще был лейтенантом, выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем, Дю. А зачем мы патрулируем? Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Не двигаться. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Так, вперед. Выдвигаемся. Не двигаться. Отлично. Но с севера к нам приближается патруль. Вперед. По фронту все чисто. На побережье чисто. Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Идем. Ложись!
спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Никаких резких движений. Никаких резких движений.